Газета «Едиот» на прошлой неделе писала, что Моссад планировал убить меня несколько месяцев назад, когда я еще баллотировался. Тут нет сомнений. Эти люди готовы на все, что угодно. Они уже это делали. Эти люди предавали евреев британцам, стреляли в евреев на Альталене, расправлялись с сефардскими евреями, похищали йеменских евреев. Они могут пойти на все, что угодно, вообще на все.